Апикоткин, Апикоткин. Ай, бал! Хорошо. Поднять сюда. Все. Отсюда работай. А я на отца, кереми сюда. А я на отца, бака. Вот хорошо, убирай, Каля. Хорошо, жут. Руку. Право. Грузи, грузи. Эй, грузи. Коленами. Сол коленами, а я на башке. Сол, ай, хорошо. С 19 по 21 ноября в Караганде прошел республиканский турнир по панкратиону. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов со всей страны. Это наш республиканский турнир, очень мощный, он ежегодный, то есть его можно назвать уже традиционным. Один из таких самых первых турниров по панкратиону, то есть Караганда начала эти турниры в свое время именно в Казахстане. И этот турнир как-то вот так заложилось, что он является одним из самых мощных в Казахстане. Собирается весь Казахстан, очень серьезные соперники, очень большая конкуренция. Действительно много людей, по-настоящему хороших ребят. Представляли Темиртауский бойцовский клуб в турнире «Спарта-2021» 7 спортсменов. 5 из них стали чемпионами. Среди них и Руслан. Чемпион провел 3 боя в весовой категории 66 килограмм и выиграл каждый. Соперники очень хорошие, подготовленные ребята. Раньше с ними, с некоторыми встречался, кто-то новые появились, там с разных областей были ребята, с других клубов. Очень интересно было, на высшем уровне прошел турнир. В числе победивших и Александр Ивашкин. Мечта 18-летнего парня – поднимать флаг страны на международных аренах. Соперники были очень хорошие, достойные, но мы оказались сильнее. Самый сложный бой был в финале. Выиграл я его за 2 минуты удушающим приемом «Дарс Чоук». Сейчас спортсмены начинают вести активную подготовку к первенствам страны в следующем году. Юлия Исанова, Арман Абдулхасымов, Сергей Баданин, новости Темиртау.